Новый час на телерадиоканале «Страна FM» стартует, и он не похож на все предыдущие, потому что мы, Вероника Романова и Кирилл Исаков, не одни в этой студии. Заручились мы поддержкой Настасии. Привет! Доброе утро! Доброе утро! Отличная краткость и сестра таланта, между прочим. Настя, давай сразу к делу. Так. У нас сегодня тема такая. Обсуждали продолжение какого фильма вы бы хотели увидеть. Вот тема наша звучала. Вот какой бы фильм ты хотел увидеть? Вот только что недавно обсуждали. Я все жду продолжения сериала «Метод». Родион Меглин. Если не ошибаюсь, Netflix купили «Метод». Серьезно? Да, я читала, что надо посмотреть, как получится продолжение этой истории. По крайней мере, переговоры шли об этом. Ну, заслуживает уважения. Твой выбор. По-моему, первый российский сериал, кстати. Хороший, да. И совсем не похожий на «Декстера», самое главное. Вообще нет. Ну, альбом твой должен быть скоро, когда-то, в будущем. Мы его очень все ждем. Расскажи, пожалуйста, что ожидать от него? Вообще, честно говоря, мой альбом — это пока такой миф. Так, мы любим мифы. Так, начнем с этого, да. Ну, я его просто пишу уже давно и продолжаю писать. То есть, поскольку я человек пишущий и меняющийся постоянно, я постоянно что-то пишу новенькое, мне кажется, так, ну это же тоже должно быть в альбоме. Тогда у нас, а что, чего не должно быть? То есть у тебя выйдет сразу сборник «Золотая коллекция»? Ну, не, рано. Давайте не будем торопить события. Ты разговариваешь со своими хитами, значит, со своей песней, с первой, которая должна была войти в альбом, говорит, извини, тебе 20-е вытеснило сейчас, да? Потому что всего 12 мест. Ну не, ну просто правда динамично как-то все очень получается, и нужно, ну, я меняюсь, все меняется, и мне это нравится, поэтому, в общем-то, я не ставлю никаких себе рамок сейчас по альбому. Он будет таким, каким я его захочу увидеть тогда, когда он будет выходить. Вот так. И это очень здорово, и тем более не случайно. Я думаю, ты узнала вот эти аккорды, которые сейчас звучат. Конечно же, это твоя песня с самолетами. Давайте послушаем и посмотрим. Да. По небу так, облака словно рисуют нам знаки, и в руке застывшая рука. Я не хочу туда. Аэропортами разбросанные города, холода и дело времени, скомканные фразы на вопрос «когда?», голос потерянный. Даже если ты вернешься скоро, это слишком долго, нужно по-другому. Thank you.
слушали бы и слушали песню «Самолет». Летали бы и летали. Но будем говорить и слушать Настасью уже здесь живьем. Друзья, утро на телерадиоканале «Страна FM» продолжается. У нас в гостях певица Настасья. И тебя не видят. Это куда? Вот так вот можно руками делать разные стороны. Камеры повсюду. Я сейчас для всех, кто слушает нас в своих радиоприемниках, расскажу, что можно смотреть и по телевизору на 742-й кнопке в пакете «Триколор». Также в гаджетах ваших скачиваете приложение «Страна FM». И будете понимать, почему Настасья крутит голову во все стороны. У нас здесь камеры летают со всех углов. Друзья, но если у вас Nokia 3310, но сначала придется телефон поменять, а потом уже скачивать приложение. Настасья, скажи, такой вопрос, знаешь, в стиле Познера сейчас будет? Да. Расскажи, какая она вот, Настасья, какой она человек? Это я максимально. У меня были много, было много других проектов до этого проекта разных, в том числе там в танцевальной музыке, в роке, и все время это было какое-то подстраивание под формат, под стиль. Мне хотелось какую-то роль все время сыграть. И вот я сейчас такая, а сейчас вот такая, а сейчас я тут, значит, высокую ноту. Вот. А Анастасия — это максимально я. И мне настолько нравится то, что сейчас происходит, потому что я уже, я не думаю о том, хорошо ли или правильно ли я что-то делаю. Я просто вот максимально... А вот Бутусов пел песню «Настасья». Что-то есть общее с героиней? Я не знаю, какое-то питерское настроение, может быть. Ну, это, между прочим, немало питерское настроение. Это то, что может как раз цеплять. Я поясню, дорогие радиослушатели и зрители. Два человека из Питера сидят. И тут я один такой затесался. Ну, давайте сейчас устроим. Я все-таки... Ну, ладно, не об этом, конечно же, речь. Сегодня, кстати говоря, о Питере издан указ в этот день о построении постоянного моста через Неву Благовещенского. Бывали ли у тебя ситуации, когда вот из-за разводных мостов ты резко меняла свои планы в городе? Может быть, в студенческое время. Я жила на Васильевском острове, и, соответственно, в студенческое время спишь меньше по ночам. И находишься в центре часто по ночам. Да вы, барыни, шиковали, вы спали по ночам в студенческие годы. А поскольку дом он там, за рекой, то приходилось, да, периодически менять планы. Но ничего такого суперкардинального. Питерцы, они как-то уже подстраиваются. Я вообще каждый раз, когда уезжаю из Питера и наступает примерно час ночи, я думаю, так, мосты! Мосты! Нужно бежать, нужно быстрее, как бы их, что пока они еще. И ничего, что зима уже не вода замерзла. Неважно. Они просто уже встроены в голову. А я видел на Ютубе ролик, девушка перебегает мост за одну минуту до часа в Москве. Зачем она это делает? Назывался этот ролик. Мы понимаем, о чем она. Она просто из Питера. Рефлекс-страна. Наша бежит. Да, друзья, давайте сделаем легкую паузу, прервемся в нашей беседе. Напоминаем, что кто только к нам подключился, у нас в гостях певица Настасья. Можете задавать свои вопросы vk.com/strana.fm. А сейчас у нас Алексеев, «Пьяное солнце». Давайте слушать. Эти стены. Я не хочу смотреть на сад, где пламенеющий закат в себе не вскрывает вены. Мимо нас, мимо нас. Мимо нас, мимо нас, пьяная солнце.
Ежедневно, по будням, в эфире радиостанции «Страна FM». Только в программе «Территория машин». И больше нигде. Мы расскажем вам о новом «Бентли» и электрозаправках, об автомобиле Джеймса Бонда и быстрых «Ладах». Это и многое другое каждый будний день. 8.30, 10.30, 17.30 и 19.30. «Страна FM». Ваша территория машин. Мы умеем заводить. Тыр-тыр-тыр-тыр. Вне эфира у нас была минутка питерского юмора. Что утреннее шоу по-питерски должно называться «Доброе утро, грусть» или «А мы еще спим». Но называется у нас оно просто «Утро» на телерадиоканале «Страна FM». И у нас очень весело, мы смеемся, не можем даже отдать шару. Причем, обратите внимание, смеются преимущественно питерские. Я смеюсь по-питерски тихонечко, чуть-чуть. Певица Настасья у нас в гостях тихонечко по-питерски смеется. Ну и, конечно, по-прежнему Вероника Романова и Кирилл Исаков с вами. Продолжаем беседовать. Модно сейчас, знаешь, в интервью бывают правила жизни в одном очень известном журнале. Мы решили соригинальничать, поменяли название, но суть примерно осталась. Правила. Продолжение следует, это называется. Ничего непонятно. Все новое — это хорошо переделанное старое. Сейчас я буду давать тебе начало фразы, а ты вот продолжай, вот как ты считаешь нужным. Я никогда не была в... Японии. А хочется. Интересно, мне кажется, это другой мир совсем. Какая скорость реакции, вот я сейчас оценила. Да, очень хорошая. Я могу еще 100 сказать продолжение. Как у самурая. У меня в холодильнике всегда есть... Кефир. Человек из Питера приехал. Да, мы договорились, ребята, ну что вы меня разыгрываете? Кефир всегда должен быть. Самое вкусное блюдо — это... Мамин суп.
Мамин суп. И да. Что же входит в мамин суп? Мамин сибиряк? Суп? Нет, нет, мамин суп — это суп, сваренный из того, что есть в холодильнике. Но то есть она, из кефира? Она как-то, мама, не-не-не, в ее холодильнике. А-а. В ее холодильнике всегда есть все. Там открываешь, и как бы места нет больше. Ни для с другой стороны, окрошка — отличный вариант. Ну, да? Почему бы нет? Мама как бы умеет смиксовать грамотно. И получается, да, легендарный мам. Да, 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 да. Это суп, который невозможно повторить, потому что у него каждый раз разный рецепт. Да, 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 да. Но вкус почти всегда один и тот же. Мой любимый аэропорт. Мой любимый аэропорт. Мне нравится Новый Питерский аэропорт. Mm-hmm. Ну, вообще, я люблю аэропорты очень сильно все. Но для меня это всегда путешествие, впечатление, полет. В самолете всегда какое-то другое состояние духа. И вообще, я это все очень сильно люблю. Ну, мы поняли. Да, представляете? Да, как-то совпало просто. Все рассказала сразу, да. Самая классная кличка для домашнего животного — это... Какая-нибудь няшная, я не знаю. Нет. Какая-нибудь... Шушечка. Нет, ну у меня вот, например, у кого-то была кошка... Нет, собака-печенька. Нет, кошка-печенька, а собака-вафля. У моей подруги есть, например, Соник и Плюша. А недавно мы в новостях читали «Ништяк». Ништяк кот был. Кот ништяк. Ништяк. Ну, кстати, это круто. Кто это сделал, ништяк? У меня, например, у меня был кот, мы с братом назвали его Валерий Сергеевич. Это был... Ой, блин, я кому это... Зачем я это говорю? Это был кот, названный после нашего декана факультета. Это очень здорово, потому что, когда я был студентом, ребята вынашивали мысль, когда им не ставили экзамен, назвать собаку в честь заведующего кафедры Валерия Ивановича. И говорит, и первым делом, когда он вырастет, я вот ни за что просто вот прям накажу Валерия Ивановича. Просто ему вот так вот... Да. Так, аккуратно, не нервируйте Валерия Ивановича. Тех, кто защищает животных. Вот видите, мы начали о том, что вот утреннее шоу в Питере должно называться вот так достаточно сонливо. И как вот в воду глядели, L1 and Monatic Son. Давайте слушать и смотреть. Мы засыпаем с тобою в разных мирах. Мы ждем, что завтра будет лучше, чем вчера. Мы снова ищем ответы во снах. От этих мыслей кругом голова. Что ты делаешь перед сном? Мечтаешь о лучшей жизни? Просишь у Бога за своих близких? В уме складываешь числа? Читаешь про Гринуя Жанна Батиста? Думаешь, что будет завтра? По взглядам города большого брата? От нуля до ста со старта, или увеснем в болоте разврата? Не сядет ли аккумулятор? Потеряли мы все без возврата. Где заныкали руну органавта? Что ждет в финале чемпионата? Проснемся другими на утро. Засыпать не в кайф одному-то. Этот сон был тенистый запутан. Я разбил днем вдребезги скутер. Не закончил два института. Совершил свой главный поступок. Это улыбка и очень к лицу. Так порой без снов пару суток. Мы засыпаем с тобой в разных мирах. Мы ждем, что завтра будет лучше, чем вчера. Мы снова ищем ответы во снах. От этих мыслей кругом голова. Мы засыпаем с тобой в разных мирах. Мы ждем, что завтра будет лучше, чем вчера. Мы снова ищем ответы во снах. Вчера я видел сон, и в нем закончилась она. Дорога в никуда куда-то привела. Что ты делаешь перед сном? О чем ты думаешь, мистер Горози? Какая в твоей голове звучит мелодия? Госпожа, удачи, ваше благородие. Может быть, у человека вторая родина? Это снится или реальность? Заснул молодым, а проснулся старость. Ничего нет и никого не осталось. Кому нужны тогда твои деньги и статус? На транспарантах два пальца свободы и наш знак. Однажды я проснусь свободным с утра. Мы засыпаем с тобой в разных мирах. Мы ждем, что завтра будет лучше, чем вчера. Мы снова ищем ответы во снах. От этих мыслей кругом голова. Thank you.
что мир до рассвета эта ночь пропитается. Хватит прятаться под одеждами, между нами все сильнее гравитация. Случайными по коже узорами, вновь там мне твои послания любовные. В кровати оба разольемся озерами и придумаем опять что-то новое. Потеряла голову. Как иначе? Конечно же, все к лучшему, ведь у нас сегодня в утреннем эфире в гостях певица Настасья. Ура! Ура! Мы этому не можем нарадоваться. И давай продолжим. Продолжим да. Вот это вот. Продолжим продолжение следует. Я хотела просто один вопрос. Король тавтологии. Я хотела просто один вопрос. Ты из Петербурга все-таки самолетами как поешь или поездами? Больше поездами. Все-таки, ну, скоростные поезда, они снижают усталость от переездов. Конечно, когда, тем более и без пробочек сразу в центр. Да, из центра в центр очень. Супермене мне больше всего нравится... Улыбка. Улыбка. Я думал, скажешь, нижнее белье поверх верхнего. Суперсила, я хотела сначала сказать. Суперсила. Какой неожиданный ответ был бы. Мой самый нелюбимый тип мужчин — это... Жмоты. Жмоты. Молодец. Эй, жмоты, у вас нет шансов. Не, люди без чувств. Нет, без чувств юмора можно бороться еще. А вот со жмотом никак. Поэтому она из Петербурга переехала в Москву. Вот она, основная причина. И продолжение. Меня выводит из себя... Ложь. Ложь. Если это глагол. Да. Да, 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 да. Это смешно. В Питере я больше всего люблю... Гулять. И последнее. Если бы я снимала фильм, то в нем было бы... Драма. Йоу, мама, драма. Вот так. В стиле рэп. Ну, спасибо тебе. Ты с честью прошла все эти этапы вопросительные. Ну, а теперь босс, как в игре у нас, знаешь, бывало раньше. Проходишь уровень, и там суперзлодей. Да, 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 да. Это, конечно же, блиц. На него надо прыгнуть сверху. Да, на него нужно прыгнуть сверху два раза, и из него монетки посыпятся. Если он не жмот, конечно. Быстренько давай на вопросики, не думая. Самбука или почему съели кука?
Почему съели кука? 200 по шоссе или написать эссе? Эссе, конечно. Шаурма на вокзале и выступать в пустом зале? Макарошки. Танцы на морозе или машинистом в паровозе? Целоваться. Какую фразу должен выучить работник ЖЭКа? Я не могу вам помочь. Отлично. Вот так вот. Друзья, кто хочет работать в ЖЭКе, начинайте. Сейчас давайте прервемся и отправимся на территорию машин. Территория машин. Всем привет, с вами Территория машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о глупом ловце покемонов и науке езды на тросе. Мне почему-то казалось, что ловля покемонов уже не так актуальна на нашей планете. Но это не совсем так. В Японии 29-летний водитель настолько увлекся игрой, что не заметил людей, переходивших по переходу. Что произошло что-то неладное, он понял, когда услышал крики прохожих. В итоге выяснилось, что не очень умный игрок сбил двух женщин. Видимо, монстры на экране настолько его поглотили, что он полностью отключил мозг, если он был. Японца посадили в тюрьму на 2 месяца, а его дальнейшую судьбу решит суд. Отечественным любителям заниматься не пойми чем за рулем стоит помнить, что штраф за игры, разговоры и переписки составляет 1500 рублей. Мало того, есть очень большой шанс попасть в ДТП, и при худшем сценарии можно увидеть небо в клеточку. Впереди зима. Точнее, она уже почти пришла. То самое время, когда во дворах по утрам кипит особенная жизнь. Те, кто забыл поменять аккумулятор, просят тех, кто более прозорлив, прикурить или взять на буксир. И тут выясняется, что прикуривать и тянуть на тросе умеют не все. Точнее, почти никто не умеет. Первое, что бросается в глаза – передний автомобиль трогается слишком резко. Это приводит к быстрому натяжению троса и резкому рывку того, кто на буксире. Подобное случается при каждом трогании с места, что часто приводит к обрыву троса и его неуправляемому полету. Так вот, запоминайте порядок действий, когда вас везут на веревке. Тормозит первым тот, кого везут. До поездки нужно договориться с водителем буксира, чтобы тот был готов к подобному развитию событий. Когда первым тормозит прицеп, трос не провисает на остановках. Это как раз хорошо, потому что нет рывков. Будьте готовы к тому, что буксируемый автомобиль будет проходить повороты по другой траектории. Поэтому маршрут лучше выбирать такой, где улицы пошире. И последнее. Это была территория машин. Не забывайте включить аварийку. Территория машин. Я хочу лететь еще выше, чтоб не забыть.
Вот так дилемма. То ли ближе, то ли выше. Давайте поможем определиться Нюше, но это будет потом. Сейчас мы беседуем с певицей Настасьей, которая у нас... Привет всем. Вероника Романова, Кирилл Исаков. Продолжаем утро на телерадиоканале «Страна FM». Конечно же, засыпаем вопросиками хорошими и разными. Давайте. А так-то никто не засыпает. Нет. Присыпьте. Да, присыпаем. Засыпаем. Ну, то есть, ну, в смысле, засыпаем с вопросами, засыпаем вопросами. То есть два глагола. Просыпаемся с ответами. Просыпаемся. Отлично. Можно, кстати, в депутаты баллотироваться с таким слоганом. Естественно, мы не могли не оттолкнуться от песни с самолетами. Сейчас мы предлагаем тебе активность, которая называется «Стюардесса по имени Настасья». Представь, что ты стюардесса на борту. И, как назло, начинают происходить всякие форс-мажоры. Да. Твоя задача их, ну, их как бы разрулить, как это принято говорить, но именно как стюардесса. Угу. Готова? Да. Готовься. Итак, представь, мужик встал в проходе и начал танцевать под Стаса Михайлова. Что ты ему скажешь? Я, значит, танцевальной походочкой к нему подойду, буду с ним немножечко танцевать. Нужно сразу как бы, ну, входить в партнерство с человеком, иначе он тебя не услышит. Так, да? Она НЛП-шница. То есть легкий такой, Извините. Тихо. Тоже съела зубчик чеснока и 50 грамм улики. Чуть-чуть писярик, да. Чтобы на одной волне быть с человеком. Так, отлично. Да, лег. И как бы чуть-чуть оттесняя его к его креслу, так легко, сажаешь. Лучше молча. Да. Вот. Можно подпеть. Да, без тебя. Проход будет лучше без тебя. Да. И ну, он молодец, на самом деле. Главное об этом сказать ему, что он молодец. Но лучше сидя. Отлично. У меня вопрос. А почему вы говорите, что танцевать в проходе под Стаса Михайлова — это что-то плохое? Ну, кстати, когда вот это вот «Пристегните ремни» уже не надо. А, уже можно. Можно потанцевать. Можно, принципе... наоборот, весь самолет пусть встанет и танцует вместе с ним. В принципе, Стас Михайлов для этого и пишет свои хиты. Особенно для чартер в Египет. Анастасия вот в это вот громкоговоритель будет петь самолетами. Да, ну можно, да, почему? Дальше. Женщина. Да. А то, что мы все о мужчинах и мужчинах. Женщина развернула курицу-гриль и начала кидаться ее частями в других пассажиров. Что ты ей скажешь? Ой, даже не знаю. Надо будет как-то принести ей, может быть, какое-нибудь блюдо из первого класса, чтобы она с курицей своей завязала. Кидайтесь в людей фуа-гра. Например. Да. Ну, просто там порции меньше, и как бы, ну, быстрее закончится этот процесс. Вот этот тонкий расчет. Да. Пилот в громкую связь объявил, что передумал лететь в Питер, самолет теперь летит на Кубу. Какой хороший парень. Нет, он просто меня услышал, видимо. Просто раздалось от стюардессы. Да. Кирилл, ты понимаешь, что питерские девушки, они не просто красивые и талантливые, они еще умные. Как она отвечает блестяще, не теряется совершенно. Серьезно, такая у нее сноровка, смекалка. Ой, правда. Да, это мои все качества. Это все. Еще щепотка скромности. И вот она, Настасья перед вами. Скромность. Друзья, к сожалению, приходится нам время от времени прерываться от этой очень интересной беседы, но сейчас настал как раз-таки такой момент. Давайте дадим шанс порадовать вас Родиону Газманову с его хитом «Лето». Слушаем и смотрим. В небо не хочется, с тобой на земле останемся, с тобой никогда не расстанемся, с тобой друг в друге расплавимся. Солнце, погода безветренна, солнце, и всем хватит места под солнцем. Иди ко мне, и пускай никогда не кончается лето, пускай никогда не кончается лето, пускай никогда не кончается лето, пускай никогда не кончается лето. С тобой одинаково разные, с тобой и все этим сказано. С тобой я все, что хотела, ты. С тобой загорелое тело, ты солнце, погода безветренна, солнце, и всем хватит места под солнцем. Иди ко мне, и пускай никогда не кончается лето, пускай никогда не кончается лето, пускай никогда не кончается лето, пускай никогда не кончается лето.
пускай никогда не кончается лето, пускай никогда не кончается лето, пускай никогда не кончается лето, пускай никогда не кончается лето. Солнце, погода безветренна, солнце, и всем хватит места под солнцем. Иди ко мне и пускай никогда не кончается лето, 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 пускай никогда не кончается лето. Эх, устами до Родиона, до Газманова. Закончилось лето, но мы не расстраиваемся, потому что сегодня у нас в студии по-настоящему тепло, весело и солнечно. Вероника Романова, певица Настасья и я. И я. Продолжаем мы беседовать. И потихонечку так какими-то окольными тропками мы подошли, наверное, к самому важному вопросу, который мы хотим тебе задать. 23 ноября 2016 года. Клуб 16 тонн, твой сольный концерт. Да. Чего от него ждать? Это концерт, который я к нему шла. И я очень рада, что он такой, какой он получается, потому что, во-первых, я люблю эту площадку, там тепло, уютно и исторически хорошо. Видите, какой простой бытовой райдер у певицы Настасьи. Тепло, хорошо уютно. Было. Да, на самом деле у меня в райдере есть такой пунктик, единственный, по-моему, из всего бытового райдера, это Настасьины цветы. Что это такое? Это любые цветы, на самом деле. Просто мне кажется, что это очень мило. Кто-то должен мне дарить цветы. Пусть организаторы. Какая прелесть. На самом деле это чудесно, мне кажется. Ну какая там разница с зеленым чаем? Я его сама себе закажу, если что. А вот цветы. Вот. Ну, даже не об этом, о концерте. И будет полностью живой состав музыкантов. И красивые ребята у меня в этот раз со мной на сцене будут. Я хочу их забрать к себе и с собой везде возить теперь. А до этого были некрасивые? Были очень тоже красивые, но было мало когда. То есть я очень мало выступала в последнее время. Больше готовила материал. И в зависимости от эфиров, неважно, в общем. С живым составом выйти не часто удается. Поэтому на собственном концерте я предпочла вот такой вот формат, чтобы все были настоящие, с настоящими инструментами. Класс. С душой. Ну и, в общем, Настасья, это вот про душу немножечко. Ничего, немножечко. А от какой песни откроется концерт? Секрет. Приходите. Все, заинтриговала. Готовлю что-то. Ну и давай еще немножко заинтригуем слушателей и зрителей. Будут ли какие-то сюрпризы? Вот какая-то, может быть, там фишка в конце, ты будешь спускаться, да, с крыльями ангельскими там сверху? Даже не знаю, я думаю, что сюрпризы будут больше эмоциональные какие-то. Будет много новых песен, которые... Ну, естественно, пока не так много моих песен в принципе звучит. То есть самолетами она меня так вот немножечко приподняла над землей. Вот, и хочется больше рассказать о себе. Поэтому я для себя этот концерт больше принимаю как знакомство мое со зрителем, зрители со мной и вообще всех, кто придет. Да. Чтобы это был уютный такой вечер, вот душевный очень. А как по ощущениям, по прогнозам, много ожидается людей? Даже не буду ничего говорить по этому поводу. Сколько придет, столько я всех люблю. Вот правда, это совершенно не важно. Ну тогда мы повторим еще раз. 23 ноября 2016 года, клуб 16 тонн. Время? 20.00. 20.00, друзья, приходите. Есть возможность у нас отлично, поскольку время позволяет. Давай вот в стиле рекламы. Да. Прямо вот короткий рекламный такой тизер. Почему надо приходить на твой концерт? Ой, ну зачем вы так со мной? 20? Ребят, приходите, будет очень-очень душевно, хорошо, тепло, давайте знакомиться, давайте петь вместе, давайте смеяться. И вообще, ну, правда, хороших концертов мало, это будет хороший концерт, приходите. Придем, приходите, вы, друзья, Настя... А Кирилл не с пустыми руками, он что-то держит здесь, это подарочки. Не что-то, а супер набор, кепка, футболка и кружка, это спасибо тебе, что пришла, все с логотипами Страна FM. Друзья, на этом утро на телерадиоканале Страна FM завершает. С вами были Вероника Романова, Кирилл Исаков и, конечно, наши обворожительные гости Настасья. Спасибо, что были с нами. Приходите на концерт Настасьи 23 ноября 2016 года в клуб 16 тонн. Пока-пока. Пока-пока.